Добрый день, с вами Нелли Мурашкина. Сегодня планирую разобраться с этим нефролеписом. Горшочек здесь небольшой, листья крупные. В поддон здесь стекает все время вода, это просто литровая ведерочка. И благодаря тому, что здесь повышенная влажность внутри поддона, корневища, которые выходят из дренажных отверстий, все время наращивают здесь деточек. Вот сейчас посмотрим на этих деточек, и я попробую это все отделить и посадить отдельно. О, упал камень, он просто утяжеляет горшок, потому что здесь ком небольшой и грунта, и корней, а листья перевешивают, и таким образом это уравновешивается. Смотрите, сколько здесь деток понарастало разного качества. Маленькие, большие, некоторые в воздухе висят. Нужно все отделять, садить отдельно. И материнское растение тоже требует пересадки. Но пока у меня нет подходящего горшка, то оставим как есть. Горшочков для деток у меня тут маленькие стаканчики, горшочки. Сейчас отделим и будем смотреть, что подойдет. Время, пока папоротник стоял рядом с аспарагусом, он уже свое корневище запустил в соседний горшок в аспарагуса, и там развивается молодое уже растение. Вот одна вайка выросла, и еще одна лезет. Папоротнику только дай волю, будет размножаться и залазить ко всем соседям. Деточек сейчас буду отрезать. Канцелярский нож. Кое-что почернело, там повышенная влажность, так что это все понятно. Ну, отделяем, потому что им там не жить, они погибнут. Вот детка еще и с этой стороны. Короче, отделяем, сейчас будем смотреть, что к чему, какие детки. Что-то отрежу. Эту оторву, эту отщипну. Ну, вот деточки. Ну, сейчас я отделю, потому что они на одном корневище. Отделяю их. Детка раз и детка два. А вот это побольше сидит в воздухе. Ну, я заглублю ее просто в грунт, потом присыплю, ну и до пересадки пусть так совместно и проживают по-соседски. Углубление просто пальцем, обжимаю детку, просто заглубляю ее, чтобы она не висела в воздухе. Так, ставлю на место. Вот эти корневища, вот они стремятся в поддон, и опять они будут наращивать деток. Ну, такое размножение у папоротника. Это, конечно, большой плюс. Все, вот детки. Вот стаканчики, горшочки. Примеряемся. Может, сюда? Нет, этот великоват для корневой. А вот горшочки девяточки. О, это как раз то, что нужно. И вторая девяточка у меня тоже есть. Вот сейчас мы будем их садить. Папоротники, деточки я сажу без дренажа всякого. Просто насыпаю на дно грунт и обсыпаю. Грунт у меня самый обычный. Это универсальный субстрат из соседнего магазина. На дно чуть-чуть грунта, теперь деточка, придерживаю, расправляю корешочки и обсыпаю. Все, что там отгнило, отломалось, пока я это все отрезала, отламывала, конечно, удаляем, чтобы оно не гнило. После посадки я полью хорошенько, и так как растения стояли практически в тепличных условиях, то я их тоже установлю в тепличку. То есть это поддон с кулечком, да. И на первое время я оставлю именно в таком состоянии, потому что
Иначе растение, которое из стопроцентной влажности да посадить, поставить в комнатные условия, они погибают. Часто очень просто так случается. Потом спрашиваете, почему же оно пропало. А вот потому, что резкий переход из теплички, да, в комнатные условия. Для того, чтобы растение хорошо адаптировалось, накрываем его либо же кулечком, либо же там стаканчиком. Ну, для примера сейчас вам показываю, как это могло бы быть. Вот, допустим, тепличка. Накрываем прозрачной какой-то емкостью, либо же прозрачным кулечком после полива, и ставим такое в светлое, но не пекущее солнечное место. Деточку хорошо уплотняем, но не очень забиваем корни, потому что корни могут просто отломаться. Так, ну и берем, накрываем нашу деточку тепличкой. У меня тут подходящей емкости нет, да, вот такое прозрачное показываю. На обычном стаканчике из-под сметаны или там йогурта. Вот берем, накрываем. Эта емкость прозрачная. Стоит день так, потом приоткрываем, небольшая щелочка. Постояла еще день в таком состоянии. Щелочку затем мы увеличиваем, подставляем туда палочку, камешек, ну, что найдете. Вот оно стоит еще день так. Потом еще больше приоткрываете, а затем уже снимаете вообще. Таким образом растение адаптируется. Показываю итог. Прошло 2 недели. Растения прижились, в тепличке пробыли 5 дней у меня. Постепенно я их приучила к воздуху. Развиваются молодые вайки, каждый день открывается ее новый сегмент. Все хорошо, до скорых встреч!